Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня на нашем операционном рабочем столе находится игра Unfollow. Что это за игра, я не знаю. Я когда-то ее скачал, заинтересовался. Но с тех пор я уже подзабыл, что это такое. И если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. И главное, что мы знаем, что это хоррор. Ну, в общем-то, можно видеть по главному экрану. Что-то графические настройки здесь так себе. Вот, я тут еще пытался переключиться между графикой Resolution. Это просто какой-то адский пипец. То есть, если нужно прогнать до 3000 точек на экран, то оно прогонится через каждое разрешение. В общем, удовольствия в этом мало. Я решил остановиться на более скромном Full HD. Вот. И, возможно, то ли я что-то настроил не так, потому что я вроде как записывал в Ultra HD по каким-то неведомым причинам. А может быть, все дело в том, что игра индюшачья, судя по всему, и оптимизация может страдать. Ладно, давайте пойдем пугаться. GTFO напомнила. What happened? Where am I? Что? Где я? Ага. О, гораздо лучше стало, хотя, конечно, движение мышки... Ну, так себе, конечно. Controls. Господи, это... Квест, что ли, вот такой будет? Может, надо было в Evil Dead поиграть лучше? Ну ладно. Забито. Что use? Пипец, кто такие стрёмные фотографии делает? Придумают себе люди проблем. Вот он, собственно, разгребается. Что, какая-то личная штука, что ли? Сильно напоминает увеличенную версию Gone Home. Там, правда, вроде что-то пугало поначалу, а потом оказалось... Что, кто там? Блять, такое все медленное. Thank you.
Какая-то хрень. Чего там это? Тинейджер, да? Стрёмный пипец тинейджер. 40-летняя баба. Они там ржать надо мной не будут, как в Evil Dead. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребята сошли с ума. It's too dark. I can't see anything. I need a light. I need a light. Так у тебя, блядь, полный хатник свечей. Какого черта? В этот самый, в Сому или этот, как там ее называется. Ну вот, лампа ёкарная бабая, она хоть работает через жопу, бери и все такое. Блять, вот эти искусственные ограничения, это просто пипец. Ребята, как там ее называть, Пенумбру не могу сыграть. Ну да, типа темно, так вот. Возьми ебаную свечку. А так нормально светло, да? Elementary School, окей. Я понял. Слушайте, проблемы гребаных дизайнеров, да? У тебя дом разваливается, блин. Ну я сейчас. О, у нас есть фонарик. Мы придумали квест. Офигеть, мы придумали квест. Батареечки можно где-то использовать, да? Поищи батареечки. Музычку пожестче поставили. Ну, типа такой вот этот. Сегодня как раз видео видел. Ну и где эти батарейки искать? Я вроде там поискал уже. Нет? Наверное, херня какая. Че, дверь открылась? Ну круто, что? Казать. Типа такая не открывалась, такого херак и открылась. Джош, явно нарисованный чувак. А, я, наверное, помню, типа реалистичный какой-то проект там сделанный. На Unreal'е вот это. Что там написано-то вообще? Разум слайд. Я потеряла 10 футов. Я наконец-то достигла мой идеальный вес. Я не могу поверить, что я прожила летний отпуск. Это было реально жестко. Мне даже снились конфеты ночью, но теперь никто не будет называть меня жирной или Ball of Lord. Короче, шарик господень опять. Начиная с завтрашнего дня, все будут комплиментировать мне, какая я тоненькая. Это будет охуенно вернуться в школу. Даже мама и папа были удивлены, они не верили, что я могу сделать это. Они никогда не верят в меня. А я теперь верю в себя точно. Господи, блин.
гуманитарии. Девочки, блин, девочки, у вас там это самое, лишний вес? Может быть, это подготовка организма к... к взрослению, но из разряда нужны дополнительные ресурсы, чтобы перейти из состояния девочки в состояние девушки. Ну, там, месячные все дела. Вот. И то, что вы там немножко жирноваты, это вообще никак не сыграет. А потом, знаете, во взрослом возрасте доска, ну, как бы... Ну, мужчины, конечно, разные бывают, женщины тоже разные бывают. И, но, тем не менее, вот это вот по... базовой психологии, типом личности, хотя бы брать вот этот вот база, что есть аудиалы, кинетики и визуалы, то не всем нужны эти модели. Некоторые достаточно этого физического контакта. Физического контакта и чё пообнимать, скажем так. На Паскуале. Черт его знает, что это за животное. Он выглядит как чайка, но у него есть зубы, как у маленького динозавра. Это он не, оно не выглядит очень умным. И я задумываюсь, не съесть ли бы его. Как-то так. Это что у нас? Two worlds. Так, батарейки. А он на шею любви. Блин. Да, на улице реально какой-то холодный ветер. За дождем усилился, сука, стократно. И дождь усилился, блин, это мы видели. И дождь усилился, и все дела усилились. Черт его знает, как с этим жить. Как нам прожить до следующей весны? Это же невыносимо, господи, такой стрёмный пипец. Батарейка. Где эта гребаная батарейка? Я знаю, что тут можно будет кассетку какую-нибудь ставить. Но я вижу, что... Да что ж это нахер-то? Вы что, издеваетесь, блядь, гейм-дизайнеры, твою мать, это ж пипец, ребята. Невидимые стены, вы что, серьезно? Вы что, серьезно-то? Какая херня. Пипец. Да лучше бы это было бродилка, а-ля... Как там ее... Как же называлось про эти картины? Хоррор с картинами, да. Так, блин. Китайцы, блин. Ну не китайцы, в смысле. Корейцы, азиаты, короче, эти напомасленные. Грейс. Ain't no grace. Let my body down. Так, что это за херня? Это понятно. О, а вот здесь пускает нормально. Да? Ни хрена не видно, блин. Это шкаф. Возьми ты вот эту лампу, блядь, нужно искать какую-то там. Это пипец. Окей, я поискал. Эй.
я поискал, я понял, что хуйня. Хуйня ваша игра. Как сделать увлекательный геймдизайн в трех сука соснах? Ну и чё, можно двигать? By some mechanism. Ну, пипец. Так, я еще немножечко-то посмотрю. Вам скажу, нахер все это ваше. Все, я уже говорю сейчас, нахер все это ваше. Это... А, блять, вот она батарейка, сука. Сука, сука, как ты здесь оказалась? О, фонарик. Такая пиздятина. Ну и что здесь там интересно? Чего вы там пытаетесь? Что-то там How Much Invest, это какая-то херня занимается. Какие-то тупые видео делаете. Худшее Disappointment Ever. Что-то у тебя мужик какой-то бабский. Особенно построение черепа. Явно ты бабу рисовала. То есть, ну, как бы, есть... четкое разделение, то есть можно различить мужчину и женщину чисто по скелету, да даже по черепу можно различить, оно по-разному. И вот этот вот череп, который мы видим здесь, это явно женский череп у этого усатого хуя. Вот. Кто-то вроде как умеет рисовать, а вроде как и нет. Или что-то здесь какая-то... мега это самая идея спрятана. Да, ну что там у нас? Вниз, я так понимаю, надо свалить? Или что-то там наверху можно посмотреть еще? Фотография. 9/12. И не взять, да? Зачем открывает? Зачем вот эта вся хрень нужна, бесит? Пустые полочки. Зачем вы это делаете? О, я могу пройти. Офигеть. Ну да. Просто зашибись. Да, конечно, я пойду сейчас в подвал. Ну да, пойду, конечно, в подвал, потому что больше некуда не пойти. Угу. Да, нельзя. Она открылась, то есть она закрылась. Нет, я, конечно, могу испугаться, когда там всякое такое будет. Но потому что это будет скример. А не потому что мне реально офигенно стрёмно. То есть я уже говорю, я вижу Костя геймдизайна, и мне как-то... Тут единственное преимущество этого проекта, то что он
типа похож на реальность. Видите, даже вот тут эти самые отражения не использованы. А тут как раз таки этот DLSS бы пригодился. Ну не DLSS, а этот Ray Tracing. Кто, блядь, не выключает? Вода течет, вода не казенная. Ну, замечательно. Застрял, что ли? Так, я пока не вижу, что надо сделать-то вообще. Даже ни на что прокликать-то не могу. Котики. Love of my life. Открывайся, сука. Ну что там у нас, а? Это что такое у нас тут? Что мне не показываешь? Больше ничего не вижу тут. А. Не, подожди, я тут уже пытался кликать. Грязное белье. Что-то сумочки какие-то. Ребята, это плохая игра. Это плохая игра. Не надо ее покупать. Она, может быть, выглядит как интересно, офигенно. С точки зрения на статике, там, вот, типа, вот так посмотришь. Ну, типа, как реальная, да? Вот, особенно все эти жесткие поверхности. Там отражение настроено, все дела. Красота хоть это самое, в журнал помещай. А в остальном какая-то хрень, реально. Но как игра, это ну, не работает, то есть из разряда, ну, допустим, там, видите, даже снаружи какая-то хрень, блин, они нормальные. Это не Silent Hill The Room. Я, конечно, не играл, но тем не менее. Открывайтесь, ёкарный бабай. Ладно, в жопу эту игру. Извините за такой вот незаконченный опыт. Но, в общем-то, я бы все-таки сказал, что опыт весьма закончен. То есть здесь в этой игре глупые ограничения, невидимые стены, там какие-то вот эти вот найди фонарик, при том, что в самом начале у нас есть свечи, которые отлично бы просто, ну, типа, взял свечу и пошел туда, куда тебе надо, в темноту. Мне нужно фонарик найти, потом найти батарейку к фонарику. Типа, в самом, сука, нелепом месте, то есть. И потом у тебя какие-то закрывающиеся двери. Ну, короче, хрень такая. Очень скудный геймдизайнерский набор. То есть попытается скримерами, скорее всего, напугать. И какой-то такой реалистичности изображения, но никакой интересной задумки, идейности я тут не вижу, честно говоря.
Ну да, посмотреть. И вот, видите, я даже тут застрял, ни хрена не понимаю, чего они от меня хотят. Вот. Это печально. Это печально, и, в общем-то... Ладно, я все сказал. Спасибо за то, что были со мной эти 25 минут нытья. И, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре. Подписывайтесь на наш кооперативный дискорд-канал. Подписывайтесь на наш хоумволдовский дискорд-канал, где мы ждем Homeworld 3. И у меня там есть всякие телеграмчики, фейсбукчики и ВКшечки, куда можно закинуть, ну то есть где можно посмотреть на новости, которые меня интересуют, куда я там что-то скидываю интересное. Например, переводы от Homeworld. Да. Как-то так. На этом все, дорогие товарищи. Увидимся. Все, пока.